c'est là qu'ont lieu les Jeux Olympiques 2014, c'est ça? C'est ça. Французский, итальянский, немецкий, английский. На этих языках школьники с 5 по 11 класс написали письма от себя лично или класса своим ровесникам за рубежом. Эти послания задел на дальнейшую дружбу, возможности переписки или видеовстреч с ребятами с разных континентов. У нас была долгая поездка, и я надеюсь, что вам здесь понравится. Вы сможете познакомиться с нашей настоящей русской гостеприимностью и хорошо проведете здесь свое время. Это часть послания Георгия Каполиани, которое он написал участникам фестиваля от имени класса и школы. Вообще темы были разные. Изучение языка, культуры других стран, обсуждение взаимных увлечений, проведение совместных акций, организация общения между классами. Но главное, что хотели сочинцы донести до своих адресатов, необходимость объединения молодежи со всей планеты. Конечно же, пожелать всем добра, мира, благополучия. И в каждом письме подарить частицу любви своей родине, другим людям, приехавшим со всех континентов, наш замечательный город Сочи. Конверты с письмами вручат участникам Всемирного фестиваля молодежи и студентов во время посещения ими образовательных организаций города Сочи. Татьяна Говоркова, Владимир Киселев, телекомпания ФКТ.